Все ради детских улыбок. Яркие выступления и праздничный обед стали для воспитанников детского дома настоящим сюрпризом. Представители медицинского центра «Медвояж» решили порадовать ребят и устроить для них маленькое, но все же чудо. А потому пришли не с пустыми руками. Подарки ребятам подобрали нужные – тетради, ручки, карандаши, гематоген и аскорбинку. С удовольствием разглядывая новинки, Екатерина Новикова не скрывает радости и признается – главное для детей, чтобы их не забывали. Каждому человеку приятно, когда на него обращают внимание. И каждый из нас сейчас сидит как бы счастливый, что на него посмотрели, обратили внимание. Особенно мы дети, нам это очень важно. Организаторы праздника, подарившие ребятам минуты радости, еще долго играли и общались с воспитанниками детского дома. Это не последняя благотворительная акция, признаются сотрудники медцентра. В следующий раз уже дети приедут в медицинский центр «Медвояж» на обследование, где смогут полностью проверить свое здоровье. Мы хотим почаще проводить им такие обеды, вечера, чтобы для них мир был все-таки добрее. Они все приветливые, все-таки радостные, довольные. Очень приятно. И невозможно, если честно, на них смотреть без слез. Но это такие слезы радости. И вот знаете, это вот здесь что-то такое внутри, душевное и прекрасное. В этом году медицинский центр «Медвояж» отпраздновал свое открытие. Меценаты признаются, расходы не имеют значения, когда речь идет о детях.